Доброго времени суток, мои дорогие зрители, подписчики, девочки и мальчики. С вами канал Life 2 Надежда. И сегодня не зря у меня здесь карта Инквизиция на обложечке, на заставке. Потому что мы сегодня будем срывать маски с вашего окружения. Посмотрим всю правду о тех людях, которые вас окружают. Не забывайте, пожалуйста, о всех важных ссылках, которые я оставляю в описании под видео и в комментариях. Потому что там и другие соцсети, и обратите внимание, особенно Telegram и чат для этого канала. Потому что, присоединившись только к каналу, вы сможете читать новости и читать комментарии других пользователей. А присоединившись к чату, вы сможете и писать свои вопросы, писать сообщения, общаться с другими девочками, там друг друга поддерживать, там делятся историями. И я очень рада, что там такая очень теплая обстановка, где мы и посмеемся, где мы и о каких-то серьезных вещах поговорим. Поэтому, у кого есть желание, пожалуйста, присоединяйтесь. Все основные новости, они, конечно, будут сначала в Телеграме, потом, как только новое видео буду записывать, что-то буду говорить на Ютубе. В Телеграме быстро ты отправил, тут же получили, тут же все прочитали, и ты уже можешь получить какую-то обратную связь. Поэтому для какой-то экстренной связи первостепенно для меня будет Telegram. К тому же сейчас на Ютубе в сообществе не работают картинки, то есть даже если ты что-то вывесишь, текст будет виден, картинки не работают. Я не знаю, что с этим сервером, который отвечает за статические изображения, и непонятно, то ли это Google заблокировал, то ли это наш Роскомнадзор так вот начинает потихоньку банить YouTube, не знаю. Вот, но пока факт остается фактом. Поэтому все, что статическое, о чем я хочу с вами поделиться, все будет, конечно же, в Телеграме. Также я попрошу вас поставить лайк, написать комментарий в поддержку канала. Конечно, я всех безумно благодарю за ту помощь, поддержку, которую вы оказываете. И, конечно, также за донаты. Когда вы мне что-то переводите, делитесь со мной, мысленно отправляю вам пожелания многократного приумножения, чтобы все приумножилось и вернулось вам на благо. И абсолютно безо всякого вреда для вас, и всех тех, и всего того, что вас окружает. Ну что, давайте оракул Симбалон, как многие уже узнали данную колоду, и будем смотреть. Расклад для вас, соответственно, здесь нужно загадать будет себя и сделать себе хороший-хороший комплимент. Итак. Здесь показана барышня влюбленная, но случилось расставание со своим любимым человеком. Вы сейчас не вместе. Ну, расставание, пусть карта расставания, здесь может быть конфликт такой, да, затяжной, поссорились. Не общаетесь, да, скажем так, что не общаетесь. Ну, и, конечно, ждете, и вам хотелось бы, чтобы этот человек все-таки пришел сам, объявился. Ну, что я негативного вижу в этой карте, так это то, что слишком вы идеализируете свои отношения и своего любимого человека. Видимо, больно вам согласиться с действительностью, гоните от себя самые негативные мысли, и также мысли о расставании здесь вы тоже гоните от себя, потому что, ну, здесь, видите, здесь когда чувства, здесь не попишешь, да, здесь не поспоришь, сам все готов понимать, но с действительностью я соглашаться пока не буду, да, вот, а вдруг я дам шанс, да, я дам еще один шанс. Мы всегда склонны верить обещаниям, мы всегда склонны верить другим людям, когда мы к ним относимся с любовью и с теплом. Вот так и здесь. Но то, что здесь нужно будет и придется здесь избавиться от иллюзий и посмотреть на отношения таким вот незамыленным взглядом, здесь в любом случае придется. Но здесь предупреждаю, опять же, да, здесь крушение иллюзий, оно будет довольно-таки неприятным для вас. Хотя событие это не будет долговременным, да, потрясение. И потом здесь вот как на этой карте, легкой походкой отправились, а тот товарищ, которого вы когда-то идеализировали, ну, вот буквально вот здесь вот на посох повесили, да, вот вверх головой. То есть корону с него снесете, весь его образ перед вами рассыпется, и как только вы поймете, какой человек все-таки был перед вами, и что он для вас делал хорошего, а что делал не
очень хорошего. Все это сопоставив, вам станет легче относиться, допустим, к вашим ссорам, да, или вам будет легче относиться к вашему расставанию. Это буквально так, что дальше я все равно бы это узнала, и как я смогла бы с этим человеком мириться, да, как я могла бы его принимать таким, какой он есть. Разочарование в его личности в любом случае произойдет. Ну да, вот здесь, видите, здесь первый такой шок будет, но с другой стороны довольно-таки быстро вы придете здесь в норму и снова вольетесь в свою ежедневную жизнь и сможете заниматься тем, чем вам хочется, не омрачая себя и свою жизнь мыслями о возлюбленном. В дальнейшем, если этот человек и будет появляться в вашей жизни, вы не сможете уже с ним так легко контактировать, так легко выходить на связь. И для вас будет более очевидно, что ваша жизнь, она гораздо интереснее, когда вы в нее вовлечены, а не так, что урывками выделяете время в нужные сферы, на нужные дела, а все остальное время, вот там переживания, там, где вы просто заняты отношениями. Иллюзии, они упадут. Без этого никуда. Ну, видите, и дальше я легкая, меня ничего не волнует. Все идеалы попраны, да, вот, ну, касаемо любимого человека. Ну и, собственно, все. Я не исключаю, что здесь откроется вдохновение заняться чем-то новым. Немножечко как-то, знаете, вот оторваться, абстрагироваться от мира для того, чтобы найти частичку себя вот в каком-то занятии, какое-то увлечение, какое-то хобби. Вот. Но, видите, тут, оторвавшись немного от мира, вы больше познакомитесь с собой, больше сблизитесь с собой. В этом тоже есть много положительных сторон. Давайте посмотрим ваше окружение теперь. Ваше окружение. И вот она, та самая карта, которую я брала на заставку. И действительно, сейчас со всем разберемся и со всех снимем маски. Итак. Не все карты мне показались здесь прямыми, но я работаю только с прямыми, поэтому в процессе буду переворачивать. Вокруг вас очень много людей эгоистов, причем эгоистов, которые пользуются вашими добродетелями. Вы такой человек, который вряд ли откажет, особенно если вас попросить, да, или сказать, только ты мне можешь помочь, да, вот сваливая на вас всю ответственность. Когда говорят, только ты мне можешь помочь, это уже некая манипуляция по отношению к другому человеку, когда у него создается впечатление, что вот, да, вы тот единственный человек, который может сейчас протянуть руку пользы, ой, руку помощи, вот. Но никакой пользы в этом для вас нет, потому что люди попросту пользуются вашей заботой, вашей добротой, вашей любовью. Не исключаю, что любовная история, которая здесь в данный момент закончилась безмолвием с обоих сторон, шла в точно таком же контексте. Да? Здесь не можете отказать. И здесь не только этот человек, о котором мы здесь говорили в самом начале. Здесь несколько таких людей, но здесь, видите, такие вот пиявыши, которые к вам присосались и которые получают плоды вашего ума, вашего труда в свой собственный карман. Бесчувственные люди, да, бесчувственные люди. На кого именно вам стоит сейчас обратить самое главное, самое пристальное внимание из вашего окружения? На человека, который старше вас. Причем этот человек может быть вашим учителем, здесь человек может быть вашим руководителем, начальником. То если не старше по возрасту, то старше по должности. О ком именно я сейчас говорю, вы это точно почувствуете. Если не сейчас, то в дальнейшем в общении с этим человеком у вас придет такой инсайт, ага, это точно о нем, это точно про него. С этим человеком вы довольно близко общаетесь. Не знаю, вместе работаете, вместе живете, вместе что-то делаете, что-то чем-то занимаетесь. И вот этот человек очень часто пользуется как раз-таки вот манипуляцией чувством вины в отношении вас. Что вам здесь стоит делать?
А здесь не стоит бояться этому человеку отказать, потому что ничего страшного и ничего смертельного здесь не случится. А здесь, знаете, вот по исповеди, да, здесь я что-то рассказал, и мне стало легче. Так и у вас. Когда вы соглашаетесь, но не желая этого, вы все равно чувствуете некий груз. Вот поверьте, как только вы этому человеку откажете разочек, хотя бы разочек, вы почувствуете облегчение, что вы наконец-то это сделали. Потому что здесь карта Будды, здесь карта счастья, здесь карта удовольствия. И в дальнейшем вы сможете сами к этому человеку обращаться с какими-то просьбами. То есть вы увидите перемену. Пока мне разрешают, я буду пользоваться, но как только мне говорят нет, да, я начинаю к этому человеку более пристально приглядываться, с удивлением обнаружив, что а он не такой, да? А если он не такой, а что в нем такого? Я пойду за ним и посмотрю. Вот этот человек потом какое-то время здесь будет ходить за вами по пятам. Для чего он это будет делать? А вы, кстати, проявите себя с точки зрения, видите, учителя. Преподадите этому человеку урок. Кто-то рядом с вами проходит урок эгоизма, когда с эгоизмом и жаждой заполучить что-то с помощью чужих рук. Человек должен научиться принимать отказы. Человек должен научиться делать выводы такого рода, что даже если мне отказывают, это не значит, что этот человек плохой, да? Это не значит, что с этим человеком что-то не так, и я больше не должен с ним общаться. Вы сейчас являетесь учителем для человека из вашего близкого окружения. Не бойтесь, самое главное здесь, не бойтесь четко сказать «нет», там, «не хочу», «не могу». И вы увидите, что этот человек не будет с вами ссориться, ругаться, обижаться, выяснять отношения. Наоборот, чуть ли не помощь сам потом этот человек вам предложит. Ему важно будет, чтобы этот урок преподали ему именно вы. Давайте еще посмотрим кого-нибудь из вашего окружения. Есть еще одна здесь загадочная личность. Человек умный. Человек, обладающий хорошей памятью. Я бы даже сказала, что человек мудрый. К этому человеку вы неоднократно прислушивались, или когда вы с ним общались, слышали, что он говорит, вы для себя делали вывод, что человек вообще не дурак, да? И с человеком стоит, к человеку стоит здесь прислушиваться, потому что дурного здесь человек не скажет, да, производит впечатление человека надежного. Но вот с этим человеком нужно держаться как минимум осторожно. У этого человека есть грешки, у этого человека есть наклонности и способности, даже не наклонности и способности, а наклонности и тяга к чему-то такому, что может навредить. Сейчас посмотрю, почему и что и как. Вот смотрите, пока вы общаетесь с этим человеком, там восхищаетесь и с ним соглашаетесь, будьте уверены, что все хорошо. Вот если первого мы видели, вы сказали нет там или отвергли какое-то предложение человека, здесь ситуацию вы получите наоборот, что этот человек потом вот буквально след вслед будет ходить за вами, и уже подобного поведения здесь не будет. Второй же человек наоборот, ему удобно, когда вы с ним на хорошей такой вот ноге, да, на добрых положительных эмоциях, но как только этому человеку скажете слово поперек, как только с этим человеком что-то здесь не удастся поделить или он получит отказ от вас, будьте готовы к какой-то ссоре и грандиозному здесь выяснению отношений. Да, с этим человеком не получится вам здесь в дальнейшем общаться, потому что знаете, вот хороший пока хорошо относится ко мне. Я хороший там или хорошая, пока я скажу «дайте», и мне дали. Я скажу там «пойдемте со мной», да, и со мной идут. Как только мне говорят «нет», как только мне говорят «я с тобой здесь не согласна», и все. Очень обидчивый человек, очень эгоистичный.
И вот уже, да, вот снова, пусть и карты очень разные, но мы видим, что эгоистов в вашем окружении здесь достаточно. И вот буквально как пиявки высасывают из вас и душевные силы, и эмоциональные силы. И если с одним, которого вы точно будете знать, что да, это этот человек, стоит себя поставить правильно, да, и когда нужно сказать нет, этот человек здесь все поймет и пройдет свой урок, то второй человек при всей, казалось бы, мудрости, хотя и первый человек здесь тоже не дурак, да, ну просто привык многое получать на халяву, то этот человек, вот он больше вам внушает доверие. Сможете ли вы его быстро распознать? Вы его точно так же быстро распознаете, быстро раскусите. Ну, внушает доверие. Ну, как такой человек может быть с каким-то двойным дном? Да? Ну, не получается. Вроде бы и умный, вроде бы и правильный. А нет. И про этого человека, как только вы увидите его реакцию, такую какую-то вот действительно нехорошую, злобную, вы скажете, ну ничего себе, да, я такого о тебе даже и подумать не могла. Вот, ну в человеке, видите, здесь много таких вот сопротивлений, и человек подвержен каким-то здесь то ли дурным привычкам, то ли... Давайте я у карт спрошу, о чем нам здесь скажет карта Искуситель. У этого человека много комплексов. И этот человек самоутверждается за счет других. Да, умный, но свой ум выпячивает впереди себя. И сначала заходит эгоизм, потом заходит этот человек. Этот человек очень любит комплименты, этот человек очень любит похвалу, этот человек очень любит, когда ему говорят, ты такой умный или такая умная, да, такой начитанный. Ты столько всего знаешь, и все вот просто хвост так вот распушает, и все хорошо. Но как только этому человеку указываешь на его место, что он не с неба спустился, да, что ты обычный человек, который также способен ошибаться, также способен на какие-то недостатки и, собственно, все, да, он не приемлет рядом с собой людей, которые им не восхищаются, данный конкретный человек. Вот это, собственно, все из последних таких, ну, скажем так, новостей, которые вы должны знать о своем окружении для того, чтобы выбирать тактику поведения с тем или иным человеком. Что одного вы тут же поймете, да, кто есть кто, да, и, ну, здесь даже стоит сказать, что поможете пройти человеку урок, он в дальнейшем вам просто будет благодарен за это, он научится принимать отказы. Вы научитесь эти отказы говорить. Но вот со вторым человеком здесь портить настроение, отношения или нет, вы, конечно, подумайте, вот, потому что, ну, вот разочарование, да, вот скажете, вот кто-кто, но вот об этом человеке я не могла такого подумать. Он покажет все свое такое вот нутро, в котором очень-очень много комплексов, да, этот человек, ну, стоит пожалеть, конечно, такого человека, и он пафосный и такой вот пышный, распетушенный до тех пор, пока все хорошо, и пока на него смотрят, открыв рот. Как только вот что-то ему поперек, и все, этот человек меняется просто на глазах. Ссора здесь с этим человеком, если он получит отказ или какую-то критику с вашей стороны, она, мои хорошие, неминуема. Вот поэтому я и говорю, что будьте здесь бдительны и сами для себя решите, с каким человеком, как себя вести. Но не позволяйте собой пользоваться налево и направо, потому что вас вот буквально на воротники растаскивают все, кому не лень. Вот просто берегите себя. Вот здесь вот, мои хорошие, будет видео новости, да, последние шикарные новости для вас. Не пропустите данный расклад. Поставьте, пожалуйста, лайк данному видео, напишите комментарий, обратную связь. А я с вами надолго не прощаюсь. До встречи в новых видео. Пока-пока.